как я и говорил, немецкая ветка ЛБЗ 2.0 выполнена каким-то ярым немцефилом. Вот, допустим, 12-я задача. Занять первое место по урону, нанести 4000 урона технике противника и не быть уничтоженным. Самое сложное из этого — не быть уничтоженным. Берем, естественно, гриля, потому что он быстрый, может, когда надо, куда надо доехать. И, как всегда, едем на какую-нибудь нычку, какие-нибудь кусты. Карта Минск. Не успеваю доехать до нычки. Светляк вражеский ездит. Ездит там, где довольно-таки неглубокий. О! Попадаю. Ставлю ногу слю. Поехал дальше. Светляка забираю. Наконец-то я тихонечко доезжаю до своих кустов. В ближайшее время ничего интересного происходить не будет, поэтому просто перемотаем этот кусок. Тут выезжает Паттон, получает плюшку. Я надеюсь, что успею перезарядиться, но Паттон все-таки испугался. 140-й так и не стал выезжать. Жалко, обидно, досадно. Ладно, стоим дальше. Перематываем еще кусок. Итого у меня два выстрела. Итого у меня два выстрела и 1500 урона. Стреляю туда, где недавно светился гриль. Не знаю, попал, не попал. Стою в кусты, потому что левый фланг прорвали. Тут гриль засвечивается. На тебе плюшечку. Опять надеюсь успеть перезарядиться. Ну, гриль, собака уходит и пропадает из-за света. Стреляю в надежде, что попаду. Как потом оказалось, все-таки попал. Там вражины из города нападают на нашего 268-го. Пытаюсь ему помочь. Пока выцеливал тайпа, он уже успел заехать за домик. Ладно, хэвика я почему-то не заметил на миникарте. Но тут выезжает 430-й. Не попадаю по нему. Ладно, думаю. Сейчас хэвика заберу. Барабанщика. А он пропал и не светится. Наш 268 забирает СТ-шку. Я стою, жду. Вот и хэвик. До свидания, хэвик. Остался один враг. У меня 2500. Я не знаю, попал ли я по грилю. Думаю, ну, не успею, так не успею. Хоть по хэвику дам парочку выстрелов. Заряжаю голду на всякий случай. Заезжаю к нему сзади. Он на меня не смотрит. Получает в бочину. Откатываемся, перезаряжаемся. 3200. По сути, мне нужен один хороший выстрел. И будет уже 4000. В таком бою... На тебе еще. Еще с поджогом. В таком бою... Даже против десяток настрелять 4000, вы, ну, с большой долей вероятности займете первое место по урону. Что и произошло?